время суток, уважаемые подписчики, если канал, с вами Мега Кул, мы продолжаем играть No Man's Sky, ко мне кто-то летит, кто это, что это, зачем это, не знаю, но видимо какая-то, пытались разработчики все-таки создать какую-то атмосферу, все-таки мы с вами продолжаем, остановились там же, где мы остановились, логично. Короче, что я хочу сказать, я немного разобрался, тут, короче, если нажать на Escape, то откроется типа открытие. Значит, здесь у нас есть по каждой планете звездная система, то есть система и какие в ней планеты. То есть, вот я был на планете Рету, вот это вот очень длинное название. Переименовать и загрузить, дать название вашему... А, то есть я могу назвать свою планету, да? Я могу назвать свою планету. А чё, большой буквы нет? Мега Коул Таун будет, я не знаю. Будет вот такая херенная просто планета. А, видимо, если другие люди будут на нее прилетать, они будут видеть... Возможно, они будут видеть такое. Возможно, нет, не знаю. То есть, первый открыватель я называю планету. В принципе, я думаю, что можно будет делать так с каждой планетой, на которую мы с вами будем посещать. И можно еще также переименовать систему, но систему мне не интересно. Вот это первая планета, на которой я сидел, поэтому я и хочу на ней остаться. Загрузить свое открытие, чтобы получить 5000 юнитов. Хочу загрузить открытие, не знаю. Соединение с этими службами потеряно. Интересно, что это значит. Идите вы нахер, разработчики, потому что бесите меня. Что это такое? Оно было там... О, активно, окей. Хорошо. Мы с вами сейчас будем искать какое-то новое место. Кстати говоря, надо зарядить мне мультитула. Я был тут, поговорил с местным барыгой, он сказал, что я ни хера не знаю его язык, и ничего мы с ним не договоримся, поэтому... Садимся обратно в корабль, я так и не понял, как поменять корабль, честно говоря. Потому что у меня как бы есть другой звездолет. Но я не могу, подожди, нет, тихо. У меня, кстати, дохера вещей, вот этих вот я бы продал их. Я не могу поменять. Короче, игра очень сильно хочет, чтобы я, видимо, совершил гиперпрыжок. Ого. Нормально, вот моя планета. Мега Коул Таун. Конченное название, но почему бы и нет. Так, вон там какая-то планета есть. Ну нет, я на самом деле не хочу в этой системе оставаться. Я хочу другую систему. Давайте посмотрим, что могу вообще сделать. Походу я могу только на одну планету. Но я хочу свободное исследование. А, ясно, понятно. Что же ты хочешь от меня выбрать? Я хочу вон туда. Ун Зейн Суна. Тут у нас три планеты, две луны. Давай. Я хочу туда. Как это работает, я понятия не имею, честно говоря. Что-то происходит. Так, ага. Путь к точке. Хорошо. Все, отстань. Так, я не могу выйти. Отменить выбор. Повернуть, выбрать. Вон туда хочу, вот. Ну. Варп. Как коварно здесь такой переход по системе. Я хочу запуск. Вот туда прыгнуть. А, ну то есть туда же... Ох, твою мать, что это за луч смерти? Да, ну, повторюсь в который раз уже, что в Elite Dangerous намного лучше это сделано. Здесь просто такой своеобразный стиль, который я не могу никак просто описать. Просто своеобразный стиль. То есть вот это и намного дольше, потому что в элитке на самом деле очень намного быстрее все прогружается. Но я так понимаю, что сейчас у меня идет прогрузка планет, лун. Хотя бы предзагрузка, потому что... Да. Головой крутить я не могу, происходит примерно то, что происходит, вы видите, да? О, какая-то водная планета, нихера, хочу туда. Система Унзе и Флит Глата, вы совершили это открытие, то есть это у нас... То есть я первый опять здесь появился. Так, там что у нас... станция, на станцию не хочу. Нажмите C, чтобы просканировать звездную систему. Давай. Внимание, получены навигационные данные. Ничего не хочу знать. Я хочу на планету. Нет, я хочу на планету с водой. Тут три планеты, по идее, но я вижу только вот эту вот одну. Там вторая, а где третья? А, тут карты еще есть, твою мать. А вот там третья планета где-то. Где-то она там, в той стороне. Причем она настолько в той стороне, что я ее даже не вижу. Или она... Ладно, неважно, я хочу на водную планету. Я, конечно, не знаю, если там что делать вообще, но полетели. В всяком случае, я очень тупо туда лечу. Ну да ладно. О!
Ох уж эта прогрузка, привет, PS4. Я хочу еще найти какого-то продавца, который будет понимать вообще мой язык. Так, это какая-то странная планета. Здесь вода и снег. Очень странно управлять, на самом деле, вот этот правый крон. Ох, твою же мать, это прогрузка, вы посмотрите на это. То же самое было, блин, на PS4. Да, да. Прогрузка конченная, согласен. Тут есть вообще хоть что-нибудь интересное, или я зря сюда... Я никогда не привыкну к управлению. Никогда. С кораблем очень сложно управлять, он... Типа мышкой все делать надо. Начать приземление. Давайте сядем, посмотрим где-нибудь вот здесь. Тут, как я понимаю, есть мост. Ой, мост, говорю, остров. Это... А, это леденелая планета. Я совершил вот открытие. Мелкий снег, то есть фактически я не сдохну здесь очень быстро, поэтому хоть что-то меня дорадует. Как мне поменять корабль? Я серьезно вопрос такой задаю сейчас. Я хочу поменять корабль, Карл. У меня есть корабль лучше, чем вот этот вот. Какой-то, который там... А, не, подожди, 16 ячеек, все правильно. Так это ж мой, который... Все правильно, короче, тогда ладно. Тогда найс. Кстати говоря, варп-ячейки у меня нету, то есть вообще я не смогу прыгнуть, если я куда-то захочу. Хорошо. Еще у меня нихера нету места, и я еще не знаю, нахера я сюда прилетел. Ага. Хорошо, давайте так обследуем, сейчас посмотрим, что здесь есть вообще. Посмотрим, может быть, что-нибудь новенькое найдем. Вот, ну на самом деле я бы по планете сейчас не шлялся. Это что? Это Тайми. Короче, Тайми и все это такое, оно будет выглядеть по-разному на каждой, походу, планетах. Хотя нет, платина такая же была. А, я буду называть планеты, это, мне кажется, будет очень интересно. Допустим, если... Если только оно работает. То есть, если кто-нибудь, если, допустим, другой игрок, который там прилетит на... в эту систему, сможет там увидеть мой... мою планету, мое название. И я так понимаю, что переназвать он ее не сможет. То есть, типа, это моя планета, и все теперь. Я ей повелеваю этой планетой. Ну, короче, обычная планета, на самом деле, ничего такого особенного. Я, короче, что хочу? Я хочу себе, во-первых, нормальный мультитул, это раз, и понять, где можно найти продавца, это два. Я вернусь на эту планету обязательно. Но давайте мы договоримся, это сделаем чуть-чуть попозже, потому что я хочу понять... А, это тоже надо будет прокачать, хорошо. Атмосферные помехи, сейчас я вот вылечу где-нибудь сюда примерно. Мне, например, надо топливо для... Мне, например, надо топливо найти для, блин, корабля, чтобы я мог почаще вот так вот летать. Так, есть планета, не открытая планета, кстати говоря, вот эту планету, на которую я сейчас сел. Давайте ее как-нибудь... Хотя я там не был, не, я не найденные планеты не буду никак называть. Хорошо. Тут есть станция, должна быть станция. Вот, да, там есть... Ох, какое управление... Вот тут есть станция. 43 минуты. Ну, естественно, если я сделаю вот так вот, это будет намного быстрее. А, но! Тот же самый вопрос задаю. Я могу как-то туда там найти продавца, который мне поймет меня, не знаю. Потому что сейчас мой главный вопрос это, могу ли я что-то нормальное сделать. Потому что у меня очень много вещей, которые я собрал на планетах, но я ничего не могу продать, потому что я не могу найти продавца. Я был на космической станции, там чувак сказал, я не знаю твоего языка, валяй отсюда. Если я сейчас буду что-то собирать, то мне придется какие-то вещи выбрасывать, я не хочу этого делать. Поэтому сейчас еще раз залетим, посмотрим, может быть здесь есть какие-то люди, которые, ну или не люди, которые могут мне помочь в этом плане, и потом найдем какую-нибудь планету еще. Да, и оно само вот это вот работает, к сожалению, ну, ладно. Потому что как здесь работает система торговли, я не понял пока что вообще. То есть, да, тут одинаковые, короче, есть, как я уже вижу просто, тут есть одинаковые какие-то станции, тупо вот на просто шаблоны Ctrl-C, Ctrl-V влет, но посмотрим, может быть, войти можно. От вас спас один, я не знаю, что это такое. Я не понимаю, что хочет от меня игра, входящий сигнал она хочет, типа. Походу, от меня пока что игра хочет, чтобы я вот туда вот слетал. А я не хочу, понимаете?
Потому что если надо будет там что-то с кем-то сражаться, то, мне кажется, я не справлюсь. Ага, здесь вообще ничего нету. Так, и что это такое за место? Ох, твою мать! Привет, ты кто? Божественный Атлас Лаецки. Ты кто? Я могу с тобой разговаривать? Корвакс. Текущее отношение, бесполезность. Их языка совершенно не знаю. Я подхожу к электронной форме жизни, она начинает... А, я не могу ничего дать ей. Надо забить тогда. Так, контакт. Хорошо, ачивку дали. Вот, терминал. По-моему, вот эта херня работает как магазин. Типа я могу продавать. Да, добро пожаловать на галактический рынок. Загрузочный последний терминал. Вход. Продавайте предметы из своего инвентаря. Я хочу скинуть все, что есть здесь у меня. То есть вот это вот я хочу скинуть, например, там... Углерод я скидывать не буду, наверное. Тут, видимо, тут, смотрите, тут еще какая-то херня есть, типа, там... Давайте я сейчас все продам. Мне потому что ничего не нужно, я так скажу. А вот это продать нельзя. Клево. Инвентарь звездолета. А, инвентарь костюма. Видимо, и то, и другое, что ли, у меня? О, вот, смотри, плутоний. Пока что все продаю. Это все, что мне осталось. Ну, понятно, дальше я не могу. Так, хорошо, а если я нажму покупать предметы в галактической, что тут есть? Тут есть ничего. Гиридий, цинк, титан, тирумин. То есть можно покупать вещи, но... Электронный пар для вейперов, что ли? Инвентарь костюма, инвентарь звездолета. Вот, смотри. А, он полный у меня, подожди. Кризонит, титан, плутоний, защитный лист. А где купить, допустим, энергетический резервуар? Что он делает? Источник энергетического... Так, костюм, звездолет. Я хочу купить себе мультитул другой. Знаете, купим. Я не знаю, на самом деле, что я сейчас делаю. То есть, у меня какое-то сейчас состояние такое непонятное совершенно. Я просто сижу такой, что я делаю? Что я покупаю? Что вы хотите от меня вообще? Атлас Пас 3. Что еще надо вам от меня? Атлас Пас 559. Что по инвентарю? Нет, вот это проблема, конечно. А что, железо... Подожди, не. Нихера так не работает. Ну-ка, секунду. Ты хочешь сказать, что я не могу продать тебе железо из звездолета? Да ну не верю я тебе. Инвентарь звездолета. Во, поехали. Забирай, 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 забирай. Это не дам. Это мое. Цинк забирай. Гирид забирай. Титан забирай. Да, все. А, и, видимо, есть некоторые вещи, которые есть у него в виде купить, но нет у меня в виде продать. Хорошо. То есть с инвентарем я разобрался. У меня тут только вот энергетический баллон. Я, видимо, могу что-нибудь зарядить им. Могу что-нибудь зарядить им. Хер его знает, положу пока сюда. Экзокостюм, у меня пустота должна быть, да? Да, вот, кстати, тоже энергетический резервуар. Но его, я так понимаю, можно, типа, допустим, система жизнеобеспечения, да-да-да-да-да. Хорошо, это я понял. Ладно, давайте все-таки сделаем то же, чего хочет меня игра. Это слетаем к той... К тому маяку. Потому что игра от меня уж точно не отстанет. Ну что, нужно на путешествие, что я сделал? Знакомство с инопланетянами 2. Как это мило. Стартап заработанный 58 570. Да. Так, ну давайте, до прибития 1 час, не думаю. Слушайте, у меня так топливо закончится, и что я буду делать? Я просто думаю, вот оно вот закончится, у меня топливо. Что дальше? Что я буду делать, когда у меня не будет топлива? Или оно не закончится? Очень странно здесь ускорение, я вам серьезно говорю. То есть я как бы лечу очень быстро, но это очень быстро, очень странно, я бы сказал. Вы это видели? Я обосрался сейчас. Вы это видели сейчас? Нормально вообще было? Подожди, это как... Какого хера? Нормально это было сейчас? Так маяк-то у нас на планете. Походу придется сейчас на планету сесть. Игра хочет меня именно этого. Ой, я случайно нажал стоп. Вот я идиот. Вот идиот. Короче, да, маяк-то у нас... Маяк-то у нас говорит, типа, лети туда. Ну, полетели туда.
Ну, она сама затормозится, да, планетарные помехи, типа. Типа при залете в атмосферу, там корабль сам начинает тормозить. Давай вперед, гони. Интересно, кстати говоря, сделано про... типа, когда входишь в атмосферу, вот этот эффект трения, а воздух... Типа, эффект воспламенения корабля. Но эта прогрузка, она меня убьет когда-нибудь, серьезно. Возможно, это мой процессор. Возможно, скорее всего, эта игра тоже. То есть, тут не только мой процессор виноват, я в этом уверен. Так, тихо. Так, ну... Ох, твою мать. Я могу сказать, что мне не нравится эта планета, потому что она какая-то стрёмная. Так, чего от меня хотят, во-первых? Начнем с этого. Тихо, твою мать. А я не могу просто остановиться, понимаете? То есть я должен прямо сейчас сесть куда-то. Ну, вот, например, я куда-нибудь вот сюда сяду. В принципе, я не считаю каким-то важным это. Так, биом горячее, стража стандартная, флора богатая, фауна полная. Хорошо. Железо. Так, чего от меня хотят? Я хочу себе новое решение. Ай, ай, ай. Ого. Буду знать. Я хочу себе нового расщепителя. Я знаю, что он есть. Я знаю, что за предзаказ какую-то херню должен дать. Так, активируйте маяк, удерживайте Е. Хорошо, сейчас все будет. Это я пособираю. Всякие затопы тут надо тут забрать. Так, точка маршрута, бикон. Типа скан, ну а так а чё? Внимание, получены навигационные данные. Видимо, вот это вот, вот да. Да-да-да-да-да-да. Типа какой-то аванпост людей, ну или какой-то жизни. Найдите источник признаков жизни. Ну, короче, то, что справа внизу у меня, это задание. Похоже, что игра, пока я не перестану, точнее, пока мне игра не расскажет обо всем, я не смогу двигаться просто свободно, то есть... Скорее всего, это можно делать, но я думаю, что лучше закончить. Возможно, это туториал, возможно, типа там, сейчас я покажу тебе все, что ты можешь делать, потом делай, что хочешь. Вот, но игра явно хочет меня, чтобы я сейчас вот посмотрел, типа, что есть какие-то поселения на определенных планетах, что можно там что-то, видимо, с ними делать. Ну, сейчас посмотрим, что можно конкретно с ними делать. Начнем хотя бы с этого. Так, ну, не скажу, что корабль быстро может летать. А, не, если зажимать кнопку, она ускоряется, хорошо. Водная планета, но очень блевотная. Мне не нравятся такие планеты. Она как первая моя. Она, конечно, прикольная была, но... Ну, мне не нравится. Да, прогрузка, как на PS4, на вытянутой руке. Обидно, очень сильно обидно. Да пока можно было бы, конечно, и подальше все это сделать. Возможно, там есть какая-то настройка, я просто, может, не увидел. Но, мне кажется, я даже не буду пытаться сейчас ставить что-то новое, потому что, опять-таки, процессор. Процессор просто тупо этого не выдержит. Ну, прикиньте, сколько я сейчас пешком бежал бы. На корабле намного быстрее. Конечно, можно сейчас, типа, сейчас там еще полетать, посмотреть, что там внизу есть, там что-то там осмотреть. Но я, скорее, сейчас просто долечу до этого... поселение, если это можно так назвать. Посмотрим, что там. Может быть, на таких планетах тоже можно будет найти какие-то формы жизни, каких-то торговцев. Я не знаю, возможно, я какого-нибудь торговца найду херню. Классно объяснил, да? Возможно, какого-нибудь торговца найду, я не знаю. Так, вот где-то здесь сейчас уже надо будет садиться. Так, вот он, аванпост. Какая-то такая мини-база, да? Садится он сам, к сожалению. Ага, здесь есть зона посадки. Интересно, кстати говоря. То есть у аванпостов таких вот можно, да, можно прямо вот посадить корабль и... Пунклерфайт. Не открыт, то есть я смогу назвать вот так. Вот это что такое? Просканируем. Ну, в открытии... Ты что такое, твою мать? Что за животное? Зрелый, податливый. Питательное вещество, твою мать. Пошел в жопу. Изотоп. А если я сейчас возьму что-нибудь здесь? Опять механические эти твари. А я с ними ничего не могу сделать. А, его, смотри, тут магазины.
Я вот про это говорю. А можно мне это сравнить, 50 тысяч юнитов с текущим? Подожди, сравнить или купить? Купить. Я согласен. Я согласен купить. Да, согласиться, завершить передачу. Я согласен. Ребята, у нас новый мультитул. Так, что тебе надо от меня? Это сущность геолог, вряд ли смогу с ним общаться. Да, зажикала и тинлак. Ну, понятно, короче. Взять чертеж. Так, мне не дается понять, живое ли это существо, машина или то другое вместе. На его визоре вспыхивают огоньки, но оно не движется. Затем оно кивает своей механической головой всего один раз, лежащую неподалеку табличку. Вздрогнув, я осознаю, что мне понятен написан не текст. Я смотрю на существо, ожидая ответа, но оно остается неподвижным и молчаливым. Я подозреваю, что это просто курьер, а не автор этого послания. На табличке также имеется чертеж новой технологии гипердвигателя. Взять чертеж. Указание, как перемещаться между звездами, бесценно. Когда существо передает сообщение, на маске вспыхивают спокойные синие огоньки, которые затем гаснут. Гипердвигатель. Сверхсветовой. Сверхсветовой реактивный двигатель, позволяющий взлету достигать варп-скорости и прыгать между соседними системами. Рекомендуется использовать систему гипердинамический резонатор. Нужно гиридий собрать еще. Ну, короче, видимо, я могу это сделать или починить. Я могу это улучшить, видимо. А, мне надо зарядить. А, я вообще сделал. Короче, с этой планеты сейчас еще и не уйду. Отлично, спасибо вам. Тайми надо будет найти, чтобы... Ну, короче, у нас очень много работы на этой планете. Так, это что такое? Анализ технологии мультитула. Но технология. Фокусировки луча Сигма. Расщепитель быстрее обрабатывает богатые ресурсами материалы. Короче, всякие улучшения. Разобрать. Система охлаждения. Щепитель. Ну, я понял. Ну, короче, у нас есть новый мультитул. Меня это радует, на самом деле, потому что я теперь смогу очень много чего здесь делать. Так, это требуется обходной чип. У меня таких нет, извините. Так, а здесь чем? Верните свой звездолет, пролетитесь на космическую станцию. Да, игра... Игра, короче, до конца хочет меня обучить всяким туториалом. Так, ну подожди. А, начнем с того, что я хочу здесь маяк активировать. В принципе, вот эти вроде мирные мрази. Я хочу сохранить. Все-таки я тут первый открыватель. Мне кажется, я на какую планету не прилечу, я буду там первым открывателем. Так, то есть вот такая вот бандурина теперь у меня есть. С помощью которой надо что-нибудь большое найти. Какой-нибудь кусок железа, например. Беру такой. Ну, хорошо. Такой кусок. Так, там я сейчас, чтобы это зарядиться, потому что проблемы у меня небольшие с... Это намного быстрее обрабатывает. Хотя, может быть, даже и так же. А ты что такое? В смысле, анализирующий? Как? Короче, это надо... А, то есть у меня есть мультитул, и я могу его... Ему разные моды ставить. Типа там вот такое, вот такое... Плазмомет могу поставить. Что? Подожди. Плазмомет могу поставить? Плазмомет, смотри. Ну, давайте пособираем говна. Я хочу улучшить этот мультитул. Я, в принципе, не против ходить с таким. Он как бы и выглядит, как мне кажется, поинтереснее. Видите, а у меня теперь мультитул, вот который у меня был, на нем стоял как раз-таки визор, с помощью которого я все это дело сканировал. Теперь я не могу это делать, потому что это другой мультитул. Хорошо. Железо. Ой, в этой игре разбираться и разбираться, на самом деле. Так. Я хочу больше изотопов себе. Правда, углерод такой себе изотоп. Блин, с ней ходить, знаете, так повнушительнее, действительно. Так, ну я хочу визор сделать 100%. Ой, я могу сделать. Да. Все, теперь я могу просканировать эту мразь, которая убегала от меня. А вот какая это была мразь, кто-нибудь вспомнит теперь? Вот чё вы бе... Твою мать, опять эта херня, ты посмотри на нее. Опа, привет. Податливый, хорошо. Ну круто, круто, круто. Так, а чё от меня игра сейчас хочет на станцию, да, она хочет меня? Можно разобрать, при этом получить какие-то новые штучки. Плазмомет, боевое оружие. Боевое оружие. Вот я хочу фокусировку луча Сигмы на Плутоне и Гериде. Вот я зря продал Гериде, но я тут разбирался. То есть не могу сказать, что я виноват в этом как-то.
Так, тайм и углерод, давайте жизнеобеспечение, сейчас немного подзарядимся. А я прям полностью трачу, видимо, на полную, да? Угу. Тут то же самое. Окей, буду знать. Сразу все использовать не буду тогда. Будут там всякие плутонии, изотопы и так далее. Так, вот, вернитесь на свой звездолет, пролезьте на космическую станцию. Ай, не дает мне игра планеты поизучать. Ну, давайте. Я про только что там был. Я не в этой системе был. Слушайте, а у меня проблема на самом деле с этим там. Только не с этим, а вот с вот этим. Вот мне нужны варп-ячейки. А, ну, видимо, сейчас я это и буду делать. Типа я полечу на станцию, чтобы зарядить варп-гипердвигатель, да, по-моему, там? Да, заправить гипердвигатель у меня задание, хорошо. А с топливом что мне делать? Оно у меня сейчас закончится. Я думаю, что я как-нибудь, вот когда меня вот эта вот игра от меня отстанет с своим туториалом там и так далее, чтобы, ну, перестать меня обучать, я думаю, что я найду какую-нибудь интересную планету, на которой можно будет надолго засесть, осмотреть ее, изучить, посмотреть, что там можно с ней делать вообще, там, не знаю, всякую хрень подобывать. То есть этим тоже будем заниматься. Скорее всего, когда я вернусь, я буду очень много эту игру стримить, потому что она мне на самом деле очень интересна. Не знаю, надолго ли меня, конечно, с ней хватит. Тихо. Вот, но, в принципе, пока что она интересная. Мне одно не нравится, это графика, потому что она, вот это вот, она не мультяшная, она именно вот, она именно странная. Я не понимаю просто, она тупо странная, я не понимаю, как вот, чё вот. В Telltale, как мне кажется, в играх от Telltale графика, хоть избитый этот движок, но он намного лучше, как мне кажется. Вот непонятно мне вот этот момент все равно, но как бы это ни было... А, игра, я прилетел куда-то хотела. Ты сюда, да, она сюда хотела меня послать. Хорошо. Теперь она хочет меня... Так, купите антиматерию через терминал галактической торговли. Долечу? Долетел. Скорее всего, сейчас будет еще какая-нибудь мразь здесь сидеть, которая... А, ну так это же тот же самый магазин. Воу, я тут был уже. Так, привет. Я хочу покупать предметы. Так, он хочет, чтобы я купил чё? Динамический резонатор. Кстати говоря, можно будет... А, но она стоит 32 тысячи юнитов, извините меня. Так, он хочет, чтобы я купил антиматерию. Не, подожди, антиматерию? Игра. Я забыл, что хочет меня. Продавайте ценные элементы и редкий предмет взорвён в галактической торговле. А что сделать надо? Напомнишь мне? Я и забыл просто. Надо гипердвигатель чем-то заряжать. Давайте продадим говно всякого, потому что мне, например, железо здесь не нужно. Углерод мне не нужен. Энергетические резервуары никому не отдам. Плутоний не забирайте. Так, антеркостюмы. А это пустой просто. Хорошо. Твою мать, игра. Чего ты хочешь от меня? Я забыл. Просто, короче, я посмотрю вот здесь, вот что надо, чтобы зарядить херню. Мне надо варп-ячейка, но... Собирайте варп-ячейка. Твою мать, почему варп-ячейка? Отстань мне свои варп-ячейки. Тайми у меня нету больше. Можно, кстати, накупить тайми, а подзарядить все это. Ох, я тупить буду сейчас дико. Покупайте предмет из вашего инвентаря. Покупайте предмет из вашего инвентаря. Гениально. Сангиридий. Кризонит, плутоний. Куплю вот это. Электронный пара. Чё? А, я купить не могу, у меня бабла не хватает. От меня игра что-то хотела, я помню. Это? Устройство необходимое для создания. Так. Необходимо для производства технологии газокостюма. Антиматерия. А. Сила использована в многих системах звездолета и экзокостюма, в том числе в гипердвигателе. Понял. Хорошо. Короче, не могу я пока ничего сделать, у меня денег нету. Короче, в чем смысл сейчас у меня будет? Тайми 9 мяду, подожди. Я же что-то покупал. А, я плутоний покупал. Блин, мне бы как-то вот это получше все-таки заряжать. Так, ну это, короче, ну-ка, у тебя еще плутоний. А, плутоний я весь выкупил, хорошо, тайми. Ну-ка. Туплю, короче, не знаю, покупать предметы. Та-та-ра-та-та-та. Нету ни хера здесь, титан, плутоний весь выкупил я. А больше ничего здесь нету. А я могу посмотреть там? Потому что эта херня, по-моему, нужна была мне зачем-то. Ну ладно, у меня нет. Короче, у меня есть план.
мы закончим на этом серию, потому что я придумал, кажется, чем будем заниматься. Короче, в следующей серии для начала я назову планету. Для начала я загружу всю вот эту информацию. Так, надо дать название от этого вот этому моему открытию. Я буду это открытие в следующей серии изучать. Эта планета, тут нет больших букв, да. Эта планета будет называться... О, у меня же такая фантазия охеренная. Потому что в этой планете... А, это система ФГТВ я назвал. Планету еще надо как-то назвать. Давайте будет... Один из другой, мой, из других моих ников. И вот это. Это будет называться... Ну, давайте это будет называться... Короче, вот эта система будет как-то связана с, наш, с каналом. Это будет NMS просто. No Man's Sky. Значит, хорошо, это мы сделали. Короче, в чем смысл? Мне надо сейчас пойти купить антиматерию. То есть мне надо заработать еще 11к юнитов. Ну, вы понимаете, да, что если я потрачу все эти 11к юнитов, то я просто обанкрочусь, у меня нихера не будет. Так вот, у меня возникает просто план. Я сажусь, короче, сейчас в звездолет. Взлетаю. Как заряжать топливо, я не знаю. Просто есть еще такая проблема, что я застрял немного на этой планете. В этой системе, точнее. То есть у меня топливо как бы скоро закончится, но при этом я ничего не могу с этим поделать. Вот. Что мы будем делать? Мы в следующей серии с вами будем изучать вот эту вот планету, которую я назвал NMS. Сокращенно No Man's Sky. Поэтому фантазия у меня очень хорошая, да. И я что? Я буду собирать все, что я вижу. Я буду сканировать животных. Я буду делать все, что только можно в этой игре. Че за черный дым? Я буду делать максимально просто вещей каких-то. Поэтому наберем бабла в следующей серии. То есть я думаю, что всю следующую серию я потрачу на то, чтобы просто там вот на вот этой планете сидеть и собирать всякие какашки, которые мне понадобятся, чтобы я мог их продать, чтобы заработать деньжат, чтобы купить антиматерию и прокачать гипердвигатель. Я думаю, что где-нибудь сейчас сяду, знаете, какое-нибудь место, какое-нибудь ровное, не знаю, мне не нравится садиться каких-то на какой-то горе, например. А тут вот остров, да, вот более-менее, в принципе, там какая-то пещера вроде есть, давайте сюда сядем. Вот, то есть мне надо 11 каинтов, в принципе, мы с вами наберем огромного количества всякого там, не знаю, бесполезных, полезных вещей. Так, ага, здесь минус 46. Хорошая планета, мне не нравится. Но будем выживать, чё? Чё, будем, ого. Будем выживать. А, прокачать мне вроде ничего не надо. Тами найду, тами прокачаю все. Вот это дело, экзокостюм, вроде у меня в порядке, да, все с экзокостюмом. Мультитул надо будет еще тоже. Тут у меня есть модификация, вот эти, возможно, какие-нибудь там, что-нибудь разберу, потому что я хочу попробовать вот это поставить. То есть мы будем очень многим заниматься, но только в следующей серии. На этом мы с вами закончим. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь, а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.